بحاجة إليك، نحن نحب دين الله تعلو بك. الله отличает нас от остальных творений Всевышнего Аллаха. Таким образом, Всевышний Аллах уделил особый такрим, выделил нас особым образом, особым почтением среди всех остальных творений Всевышнего Аллаха. И этот разум – это то, за что в первую очередь мы должны воздавать хвалу Всевышнему Аллаху, потому что разум делает нас людьми. Ну да, в среднем насчитывается, ну, порядка 1000 человек будет здесь, получая 1000. А так по всему округу, не могу точно сказать, потому что у нас не все зафиксировано, но по некоторым нашим сводкам больше 5000, можно сказать, мы насчитываем. Может, даже еще больше будет, потому что город у нас получается газовый. А мы, так как у нас в нашем республике очень газовый, как бы, нефтяной институт был еще в советское время, он был. И очень много у нас газовиков, нефтяников, которые сюда приезжают вахтовым методом и работают. Праздник у нас приурочен 70-летие первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, Аллаху Хабалдуальцин. И во всех регионах России мы отмечаем этот праздник, получается, так как он был очень значимым человеком для народа, который остановил войну, которая на протяжении очень многих лет длилась. И на этом пути он как бы на этом пути очень много отдал, получается. И сейчас его путь продолжает его сын Рамзан Ахмат Кадыров, получается. И мы пытаемся, он был за правое дело, чтобы люди жили в мире, в согласии, чтобы молодежь занималась спортом, чтобы люди относились друг к другу с уважением. Праздник единения, знаете, так как город у нас получается основан как бы для всех народов здесь непосредственно, и здесь мы считаем нужным, чтобы мы все жили здесь дружно. Любой человек, который приходит в гости, он должен соблюдать свои как бы правила. Есть такое пословица у русских: чужой монастырь своим устам не приходит. Поэтому мы должны как бы уважать законы, которые непосредственно здесь находятся, и также показывать свою воспитанность и грамотность любому, что происходит вокруг тебя. نحن نحب دين الله تعالوا بك كلمة Это символизирует, как вам правильно сказать, это объединение, это доброта. Ислам это вера, это любовь. То есть получается, что вот бесплатно сегодня раздать еду – это как бы знак объединения всех мусульман? Да, спасибо всем, кто покушал, попробовал. Пусть сегодняшний джума, пятничный ламаз, Всевышний Аллах примет благое нашей молитвы. А есть у вас, может быть, какое-то поверье или высказывание по поводу того, что когда все садятся за стол, то тут уже все друзья? Ну, есть, конечно. Это все начинается с имени Аллаха. С именем Аллаха, бисмилляхи рахмани рахим. Добро пожаловать, приятного аппетита. Все с именем Аллаха. Тут, как бы ни говорить, гостеприимство – это самое в исламе развитое. Это очень развитое, это сближает, это… Если познать ислам изнутри, оно такое чистое, что любой человек, который верующий, молящий, не имеет разницы, какой он религии, ну, все знают, что верующий человек не будет пожелать людям плохое. В первую очередь у нас очень
закон кодекса, можно сказать, есть, чтобы уважали взрослых. Это у нас как бы в крови уже. Если старший человек заходит в комнату, какой бы он ни был бы национальности, чеченец он, ингуш он, дагестанец он, любой русский, у нас уже это в крови заложено, что чеченцы, молодые ребята, они начинают, ну, пристают, получается. Это знак уважения. И так как этот закон у нас писан не для одного, не там, где ты находишься, живешь, он писан везде, где бы он ни находился бы. Поэтому человек, который даже приехал отсюда, до Нижнего, это с Уренгоя до Грозного, порядка 5000 километров, если по трассе ехать, этот закон не стирается. Этот закон должен соблюдаться, где бы он ни находился. Во-первых, он мусульманин, во-вторых, он чеченец. И уважение взрослым и показать свою как бы дружелюбность, показать свою правильность, оно не стирается по расстоянию. Мы никогда не был, каким бы он ни был национальности, чеченец, он другой национальности. Когда к нам обращаются, мы никогда их не оставляем без внимания, в беде, другими словами. В первую очередь мы собираемся, наши земляки, которые есть у нас, аксакалы, которые давно здесь живут, общаемся, пытаемся всячески. Мы ни одного человека не оставили и не оставим в беде здесь. У нас по всем регионам у нас находится представительство. Даже в канун, когда начиналась, как раз у нас начиналась вот эта эпидемия, когда начиналась, мы во всех регионах ЕНАО, так как у меня есть помощники по всем этим городам, мы организовали волонтерную группу, и всем нуждающим старикам, и даже не только старикам, и нуждающим семьям многодетным, мы раздавали из фонда, короче, Ахматажи Кадырова, Аймани, мы раздавали из фонда средства людям, и очень многим мы помогли. Можете какие-нибудь еще три основные качества назвать чеченцам, самые значимые, характеризующие человека? Знаете, честь, достоинство и надежность. Это самое главное, потому что честь ее никак нельзя. И достоинство, и надежность – это самое главное качество. Если их нету, человек, можно сказать, его нету на самом деле. В Новом Уренгое я живу с 1986 года, то есть мне было тогда 8 лет. Родители, как и все, приехали осваивать север. И так и осталось. Здесь и школа, и университет, и работа, и вот так и почти 35-36 лет уже здесь живу. Периодически в год два раза, например, то есть как минимум я езжу. Тем более сейчас-то по воскресеньям уже прямое авиасообщение открывается Грозный, Новый Уренгой, что уже как бы намного облегчает, то есть, да, получается, поэтому здесь буду еще чаще ездить. Как бы Грозный-то это, ну, скажем, наверное, малая родина, да, наверное, не знаю, а здесь-то все здесь прошло, здесь и школа, и дальше студенческие годы, Уренгой, Тюмень, ну, из 43 лет, 36 лет я прожил здесь. Поэтому, конечно, отпечатал, что здесь. То есть чеченцы, как и все другие экспедиции, там были, Харьковская экспедиция была, там, то есть каждый, скажем, больших и маленьких республик, да, в то время при Советском Союзе были экспедиции. Чеченская была там, чеченская была географическая экспедиция была. То есть, да, в первых числах они здесь были. То есть, да. И дальше в строительстве и в геологоразведке, то есть вначале вложили свой вклад, да. На сегодняшний день, например, в реалиях данных, да, то получается, время поменялось. Мы пропускаем то, что было раньше, пропускаем вот этот Северный Кавказ, вот это все, что было в Чечне. Сейчас у нас новое время и новое, как бы сказать, новое, как сказать, не то, что новое поколение, то есть в данный момент чеченцы реабилитировались, скажем так, то есть правильно понять. То есть
Раньше, когда я здесь жил, мне приезжали чеченцы там с Грозного, ну, скажем, вот там с гор спустились, там, ну, было такое, что, ну, культуры, как бы сказать, не было. Но не было ее, потому что там были события военные, то есть они были. Потом прошел период, сейчас у нас глава Чечни, то есть Рамзан Кадыров, политика Чеченской Республики идет такая, что каждый чеченец в регионе лицо Чечни. И поэтому здесь есть непосредственно представитель главы Чеченской Республики, и малейший какой-то там провинность, там поступок, проступок, сразу же идет сигнал. А каждый чеченец здесь, он должен, ну, в этом обществе должен вести себя как подобает. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие, заходим. Спасибо вам большое, как приятно. Вера, это мой друг Раджаб, из одних семей, проживающих на городе Ямал-Ненск, потом на городе Новый-Уренгой. Все традиции чеченской обычаи мы вам познакомим. Напомним. Наши двое. Это наше национальное блюдо. Это готовится с кукурузной муки. Агат галныш. Приятного аппетита. Спасибо большое. Такая красота у вас. Хозяюшка у вас все приготовила. Как называется основное блюдо и из чего готовится? Основное блюдо у нас галныш. Это у нас сушеная колбаса. Вот это тоже. Это что такое? Это галныш. 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 Галныш называется, если соединить с этим мясо, галныш. Это ар. Ар. Кукурузный. То есть это как бы хлеб своего рода, нет? Да? Да. Тесто приготовлено. И какой-то интересный соус. Надо, значит, сейчас попробовать. Что там в составе? Чеснок, да, чеснок. Раджаб подхватил. Чеснок. Оно варится. Вот, она, если перевести на наш язык, это самарсяхвиром. Сам чесночный соус. Чесночный соус, тут варится мясо, от него сок приятный, который вот выделяется маслом, соединяется с чесноком, и он получается, вот, попробуйте. То есть это очень наваристый бульон с чесноком? Да. Я уже по запаху чувствую, что это что-то очень вкусное. Очень вкусно. И в каждой национальности именно вот такой набор продуктов на столе, такой набор блюд, он чем-то обусловлен. Почему готовят много мяса, почему готовят, скажем так, жирные блюда, да? Как это, с чем это связано? Может, это издревле откуда-то идет? Здоровый образ жизни, оно самое первое. Наши предки всегда были крепкие, здоровые. Потому что именно так питались? Питались вот так. Ну, продукт целебный. И плюс к тому, почему так готовится много, в любой момент возможно ожидать гостя. Наверняка у наших телезрителей возник вопрос, почему хозяйки нет за столом. То есть это определенное обычай, традиция. Вот расскажите об этом, пожалуйста. У нас хозяйка за столом не сидят. Сидят друзья, гости. Жена, мы, вот скажем, жена, не ущемляем, ни в коем случае женское достоинство. Где там нужна жена, женская рука, ну, особенность, она кухней занимается. Всегда, есть такие, у всех народов есть свои обычаи. Какие-то свои, да. Да, да, да. Но в плане того, что почему она не сидит, когда вот гости бывают,
сидеть она не может. Вот представьте себе, хозяйка тоже сидит, мы же не находимся там где-нибудь там кафе, там какой-нибудь ресторан, это другой разговор. То есть да? Гости должны себя чувствовать уютно, да. И жена берет на себя эту функцию. Она помогает, да, что-то поставить, да, что-то унести, да, чтобы обязательно, ну, все остались сытыми, да, да, вот в этом смысле. Да, но после, конечно, если гость пожелает там общаться, то возможно, что... Если еще позволит муж. Шутка. У вас какое блюдо самое любимое? У меня блюдо жиголны. Национальное кукурузное. Так, это из кукурузы. Она полезна, во-первых. Много не надо кушать, все ты будешь. Она для организма, для здоровья. Можно ли разыскать кукурузную муку здесь, в Новом Уренгое? Можно. Это сейчас, а раньше как с этим было? Раньше возили из дома, когда на машине ездили, раньше из дома возили. А сейчас можно здесь в Уренгое покупать. Очень хорошо стало сейчас. Есть мясо свежее, колбаса можно сушеную. Теперь уже, раньше я когда приехал в 2009 году, не было такого. Сейчас уже, алхамдулиллах, нормально. А вы приехали, вы еще не были женаты? Или вы все вместе переехали? Нет, я один приехал, устроился охранником, водителем работал, потом привез семью. В 2011 году. Каким вам тогда показался город Новый Уренгой? Как есть, говорите. Ну, думал, что я так долго буду здесь задерживаться. Я потом приехал, дом построил, все, уехал. Приехал, пришлось оставаться здесь. В школу ходят дети, в садик, уже почти 12 лет, 13 год уже как в Уренгое приехал, и так и остался. И вот теперь Новый Уренгой тоже ваше родное место, или все-таки конечно, хотите родное, однажды? Конечно, родное, земля, дома всегда тянет, но здесь работа, все здесь, второй дом, как говорится. Как часто на родине бываете? Ну, я-то год по 2-3-4 раза приехал. Захотелось раз. Я, бывает такой момент. В этом году я поехал 3 раза. Не знаю еще, что дальше, сколько раз поеду. Ну, хочется, там он тянет. Особенно летом. Почему скучаете по дому? Что там такого, ну, вот что вот особенно не хватает? В прошлом году отец был здесь, уехал к отцу, к маме, к бабушке. Домой тянет. Природа там как? Конечно, природа очень хорошая. Лес, все есть. Климат даже там. Поедешь, нам 2-3 дня уже чувствуется. А здесь все сложновато. Климат. Вот вы помните свою первую зиму в Новом Уренгое? Помню. И как? Сколько было градусов? Я одежда была у вас достаточно теплая? 2008-2009 году, это самый такой мороз был, 62 градуса. Да вы что? Да. Вы тогда вообще верили своим глазам, когда смотрели на термометр? Я честно, ну, не показывали же так, 50 градусов, в тундре люди много рассказывали, очень холодно было. Самый холодный год, 2008-2009 год был, когда я приехал. Вот говорят, север для сильных. Согласны с этим выражением? Да, конечно. Здесь, ну, терпение надо. Сперва сложно, естественно, везде сложно. А потом потихоньку, алхамдулиллах, все нормально. Как бы вам хотелось, чтобы вот росли ваши дети, чтобы они все-таки в Новом Уренгое остались или выбрали любой другой город России, или, может быть, все-таки жили на родине? Есть у вас какие-то мысли? Нет такого, если хотят, пускай в Уренгое или дома, или здесь. То есть вы готовы принять любой выбор ваших детей? Выбор, да. Ну, буду на правильный путь поставить. Скажу, здесь хорошо. Здесь можно зарабатывать, можно работать. Можно и так же дома. Если дома хотят, дома тоже отправлю. Там тоже можно. Ну, хоть не так здесь, но можно. Зарабатывать, жить можно. А как вы передаете вот вашу культуру и традиции детишкам? Возите ли вы их на родину? Конечно, возим на родину, дальше там показываем.
что ваш народ очень дружный. Почему это так и что это вам дает? Есть такая поговорка. Так. Село. Другие соседние села примерно хотят завоевать это село. Угу. Там быть хозяином, скажем так. Но старейшины задаются вопросами. Угу. Съезжай-ка туда и посмотри, есть ли у этих людей рах, ну, имеется переводится рах, стадо коров. Угу. Молодой джигит, молодой парень, соответственно, садится на коня, скачет туда, проверяет и видит стадо коров. Возвращается и говорит старейшину своему: а там стадо коров. И старейшин отвечает: тогда мы не сможем завоевать это село, они слишком сплоченные. Скажите, пожалуйста, что это за такой интересный инструмент, очень похож на балалайку? Ну, это, естественно, балалайка, но это не балалайка. Так, как это? Это есть балалайка русская, угу. Это национальная, чеченская, дечик пондер называется. Дечик пондер, да, правильно пондер, говоря. Да. Угу. А можете сыграть нам? Я постараюсь. Как называется? Ну, это народная песня Умара Усманова, которая называется «Даймох – это родина». Очень трогает душу, да, сердце. Угу. Можете ли вы сыграть еще что-то? Ну да, так что для детей, которые здесь находятся, так немножко, есть такая немножко как лезгинку, постараюсь сыграть. Эй, на юте и хазива! Мила, вот я тундагачва, духа дага берешу, и все дага берешу, духа дага берешу, я хайолчу, хоманшу, ночи, эй!